Доброе утро, друзья. Вот уж спасибо, Женя. Мне кажется, что я так старательно пытаюсь вам всем объяснить, как же не усложнить свою собственную жизнь. Вот сегодня для вас я приготовила тоже большое количество разных интересных идей. Итак, начинаем. Смотрите, если вы отправляетесь куда-то за город отдыхать, и кто-то должен из ваших друзей приехать к вам немножечко попозже, или просто у вас за городом находится дом, для того, чтобы вас обнаружить было легко, достаточно просто-напросто отправить фотографию вашего дома или близлежащей окрестности, чтобы можно было легко разобраться и потом не мучиться, не объяснять налево, направо, прямо, туда-сюда. Вот, видите, это очень просто. Хотя согласитесь, чаще всего мы все-таки ограничиваемся вот такими объяснениями, о которых я только что рассказала. Вторая идея сегодняшнего дня – это идея с кетчупом. Очень часто мы открываем бутылку, и для того, чтобы воспользоваться кетчупом, переворачиваем, начинаем стучать по ней, трясти, делать все, что угодно. А ведь для того, чтобы содержимое вот этой баночки оттуда достать каким-то образом, достаточно просто проколоть, убрать вот этот вакуум, созданный внутри, соломинкой, зубочисткой, чем угодно. И таким образом, когда вы перевернете бутылку, кетчуп легко выльется на ваше блюдо. Третья интересная идея – это идея зубной пасты. Вы смотрите, вообще применений на самом деле ее очень много. Но как оказалось, я посмотрела в интернете, самое интересное из последнего – это полировка. Поверьте, что зубной пастой можно полировать разные поверхности. Кроме того, она для автомобилистов вообще просто находка, потому что фары, кстати, у автомобиля полируются тоже зубной пастой на ура, ничуть не хуже, чем в специальных мастерских. Еще один хороший вариант для вас – это как избавиться от жвачки в волосах. Чаще всего, конечно же, детки наши, да, способны на такие поступки грандиозные. И мы что делаем? Отрезаем волосы, а ведь так жалко. На самом деле, просто-напросто нужно использовать вазелиновое масло. Смазать вот это место, и жвачка сама легко от ваших волосиков отойдет. Еще одна хорошая для вас идея, для любителей романтики – как почистить наши с вами подсвечники от нагара свечи. Для этого тоже достаточно просто поместить ее в морозильную камеру на некоторое время, достать воск или парафин очень легко от вашего подсвечника отойдет просто вот так, по щелчку пальцем. Следующая идея. Если вы часто используете мед, например, завтрак, готовите блинчики, какие-то каши, как угодно, для того, чтобы мед не прилипал к чайной ложке, просто-напросто предварительно смажьте вашу чайную ложечку подсолнечным, оливковым, растительным, каким угодно другим маслом. Тогда процесс будет намного-намного легче, и остатков на ложке будет намного меньше. Ну, конечно, если вы не любитель ложку облизывать, к примеру. Следующий хороший вариант для вас – это мытье окошек. Смотрите, я предлагаю вам делать так. Изнутри окошко мыть по диагонали, к примеру, а с внешней стороны по вертикали. Таким образом, когда вы закроете окно, вы увидите, где оно помыто, например, хуже, по разводам. Да, вертикально они будут или горизонтально, и тогда не нужно будет снова мучиться и с двух сторон ваше окошко протирать. Еще одна для вас хорошая идея – это как почистить нашу с вами обувь. Вот сейчас мы будем прощаться с зимой, прятать наши красивые ботиночки подальше в шкаф. Так вот, для того, чтобы привести их в ухоженный вид, нам достаточно использовать уксус и воду. 1 столовая ложка уксуса на чашку воды. Таким образом, вот этим раствором просто-напросто протираем ботинки наши и избавляем их от соли, и даже не обязательно использовать какие-то дорогостоящие кремы. Еще один хороший вариант – это как избавиться от запотевания зеркала в нашей ванной. Вот если, да, вы любите такую горячую ванну принимать, как я, у вас постоянно там высокая влажность и парность, просто-напросто нужно пеной для бритья протереть наше зеркало и потом поверх протереть сухой тряпочкой, сухой салфеткой. Таким образом, наше зеркало никогда не будет запотевать даже в самых банных, таких, скажем так, условиях. И еще один последний для нас вариант, вариант такой для бегунов, для спортсменов, для людей, которые часто очень занимаются спортом, много интенсивно. Так вот, как сохранить в чистоте, в порядке, в свежем виде нашу свою спортивную обувь, не стирая. Для этого достаточно после каждой своей тренировки засыпать в обувь соду, самую обыкновенную соду, она впитывает влагу, она убирает все возможные запахи, легко просушивает нашу обувь таким образом, и она всегда будет у нас в свежем, вот таком первозданном состоянии. Я очень надеюсь, что сегодня вы воспользуетесь всеми моими предложениями для вас, всеми лайфхаками. Может быть, не сегодня, но в ближайшие дни найдете для себя очень много всего интересного, полезного, что на самом деле облегчит вашу жизнь, поднимет ваше настроение. Поэтому хорошего вам всем дня, полноценного, радостного. Будьте счастливы. Доброе утро.